Зарегона и добро пожаловать на наш канал Accordion Star International. Хочу напомнить, что срок подачи заявок 7 апреля, и мы получаем массу вопросов. И сегодня я хотел бы попросить Марию ответить на некоторые из них. К нам поступает много вопросов по поводу видео и подачи заявок. Давайте начнем с видео. Полная программа должна быть записана одной камерой и одним дублем, без остановок или перерывов. Редактирование звука или видео не допускается. Пожалуйста, не используйте видео с предыдущих конкурсов. Видео необходимо загрузить на YouTube до 7 апреля. Когда вы загружаете свое видео на YouTube, в заголовке к видео должны быть указаны ваше имя и фамилия для ансамбля и названия группы, страна, которую вы представляете, название конкурса и номер категории английскими буквами. В разделе «Описание» укажите все произведения с именами композиторов в порядке их исполнения. Для подачи заявки вам необходимо оплатить регистрационный взнос. Регистрационный взнос может быть оплачен через PayPal, Visa, MasterCard или через Банк России. Отправьте платеж на фестиваль Accordion Star Festival, учетная запись PayPal acostarfest@gmail.com. Во время оплаты, пожалуйста, укажите имя участника и номер категории в сообщении получателю. Если у вас нет учетной записи PayPal, заблаговременно свяжитесь с нами, чтобы организовать оплату с помощью карты Visa, MasterCard или через Банк России. После оплаты взноса отправьте заявку в виде письма на электронный адрес acostarfest@gmail.com. Для заявки не нужно использовать текстовые редакторы, как Word и так далее. В письме укажите имя и фамилию конкурсанта, возраст, город и страну проживания, имя преподавателя, номер категории, программу с указанием авторов произведений, фотографию, ссылку на YouTube для просмотра вашего видео и копию квитанции или электронного письма с информацией о подтверждении платежа. По окончании регистрации вы получите сертификат участника конкурса, которым вы сможете делиться с вашими друзьями на социальных медиа. Большое спасибо и скоро увидимся!